Химки – лидер среди муниципалитетов Московской области по приросту предприятий малого и среднего бизнеса. За 9 месяцев в округе открылось более 600 предприятий, что составляет свыше 10% от общего количества в регионе. Подтверждает положительную динамику и статистика Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья. В конце лета специалисты составили рейтинг предпринимательского климата. В тройке лидеров – наш городской округ. Исследования провели по трем критериям – концентрация бизнеса, развитие стартапов, объем муниципальной поддержки, в которой можно отнести работу единого центра поддержки предпринимательства и проектного офиса. Здесь представители бизнес-сообществ могут получить комплексные услуги. Также в Химках реализуют программы по предоставлению субсидий для развития компаний. Сегодня среди компаний-новичков в округе преобладают организации с деятельностью в области права, бухгалтерского учета, инженерно-технического проектирования и исследований.